Я спросил у ясеня. Деревья в честь своих героев Великой Отечественной войны высадили жители Карачаево-Черкесии. Зеленчукское лесничество пополнилось новыми саженцами. Всего за день на территории в 10 тысяч квадратных метров раскинулся сад памяти. К благородной акции присоединилась и съемочная группа ГТРК Карачаево-Черкесия. Смотрите лесной репортаж Фатимы Дауровой. В ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой. Вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал, дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, пусть идет и вширь, и высоту, и дорогу нашу украшая, каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине. И, отведав спелых сочных ягод, может, статься, вспомнят обо мне. Они вспомнят, экая досада. Я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу. Стихотворение Михаила Исаковского из школьной программы по-особому заиграло в этот день. Правда, вместо вишни сегодня высаживали молодые побеги лесных пород – ясеня обыкновенного, бука восточного и клена остролистного. Место выбирали заранее. Идеально подошла прогалина прямо на опушке леса, что растет на окраинах села Кызыл-Октябрь. Данная площадь, мы когда ее обрабатывали, почва очень благоприятна именно для породы ясен обыкновенный, так как он неприхотливый. Почва очень хорошая, подалась хорошо обработке, не каменистая, не глинистая. Есть хороший плодородный слой почвы, поэтому мы считаем, что приживаемость будет в рамках допустимой, то есть 70-80% это минимум. В этом году в рамках акции на территории республики будет высажено порядка 17 тысяч саженцев деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. 1800 новых деревьев было высажено на территории в 1 гектар в Зеленчукском районе. В акции памяти приняли участие более 200 волонтеров Победы. В их числе представители различных ведомств и организаций, силовых структур, образовательных учреждений, депутаты Народного собрания республики и просто неравнодушные люди, которых с каждым годом становится все больше. Люди выходят, просят саженцы. Ну, иногда мы как бы ограничены именно в посадочном материале, но в этом году запускаем питомник свой, поэтому думаю, что как бы и для озеленения, и для посадки у нас будет материал еще в большем количестве. Вот я сажаю это дерево, я ощущаю эту гордость, то, что во Великой Отечественной войне мой дедушка воевал, и это я вот сажаю дерево в память его. Посадка саженцев, посадка лесных культур в честь наших дедов, отцов, которые защищали нашу родину, которые погибли за независимость нашей страны. Большое им спасибо. Мы стараемся их память не обращать, стараемся их не забывать. Все, что в наших силах, мы стараемся все это делать. В этом году Карачаево-Черкесия приняла эстафету от Северной Осетии. В свою очередь, мы передаем благородную акцию Республике Ингушетия. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.